Плесень – головная боль для жителей верхних этажей. Кровельное покрытие, отслужившее свой срок, начинает пропускать воду. Потолок намокает, а влага и тепло создают благоприятную среду для развития грибка. Черный налет на стенах – это не только неэстетично, но еще и опасно. Споры плесени выделяют токсины, которые могут спровоцировать кучу недугов, в числе которых бронхит и пневмония. Плесень – это грибок, и его основная причина – это повышенная влажность. И в первую очередь нужно установить причины этой повышенной влажности, поскольку это может быть из-за действий самого собственника. То есть если он производил какую-либо модернизацию своего помещения и нарушил изначально предусмотренные условия. В таком случае бороться с нежеланным гостем жильцы должны своими силами. В этой квартире грибок появился задолго до ремонта. Жители жалуются. Во время дождя с потолка течет вода, а кровля, судя по всему, больше похожа на решето. Мы обращались в управляющую компанию. Мы написали 3 заявления, и они нам ответили, что ремонт крыши будет произведен в соответствии с их планом. Но мы посмотрели в интернете. План ремонта нашего дома, капремонта нашего дома, приходится на 37-й год. Нам, получается, ждать нужно 20 лет практически. Чтобы избавиться от плесени за счет управляющей организации, нужно еще доказать, что грибок появился из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества. Потребуется привлекать экспертов, представителей УК. Впрочем, даже если плесень появилась по вине обслуживающей компании, добиться немедленного ремонта не всегда возможно. Нужно понимать, что не всегда это в компетенции, а в возможностях управляющей компании, поскольку, например, если это речь идет о межпанельных швах, то это масштабная дорогостоящая процедура, которая относится к капитальному ремонту, и сделать это по всему дому комплексно – это не в силах управляющей компании, особенно если счет на капитальный ремонт находится у рекоператора. Если управляющая компания закрывает глаза на законные требования жильцов, стоит искать справедливости в органах госжилинспекции. Ее сотрудники помогут разобраться с бездействием недобросовестной управляшки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.